Приветики! Сегодня у нас с тобой VR-игра под названием Along Together, где маленькие ребята, мальчик или девочка, будут искать своего любимого пса. А как они это будут делать, давай посмотрим. Вначале нам нужно будет с тобой определиться, за кого мы будем играть. За парня или за девочку. Я думаю, что мы будем играть за девочку. Отличный выбор. История начинается, как всегда, с хорошего. Девочка играла с псом, все у них было замечательно. Они друг друга обожали, они друг друга любили. Но в один прекрасный день пес от нее убежал и потерялся. Девочке было очень грустно. Она не могла его нигде найти. Но здесь появился я и моя дырявая рука. Я дырявая рука. Эй, не бойся меня. Привет. Привет, привет. Я пришел помочь тебе. Рассказывай, что случилось. Привет. Ну, я знаю, песик потерялся. Пойти искать его. Помочь тебе. Щеканет? То есть искать щенка. Ладно, ладно, помогу тебе. В общем, я при помощи своей дырявой руки могу указывать девочке. В общем, навожу на нее. Вот так вот, указательным пальцем показываю ей, куда двигаться. А ну иди сюда, подойди к нам. Посмотрим на тебя поближе, красотка. Ой, какая маленькая прелесть. Погладим. Хихоньки да хахоньки. Все ясно с тобой. Ну пойдем. Пойдем поищем. Можем пугать голубей. Я надеюсь на это. Давай попробуем. Прикольно. Девочка ходит под нашу указку. Так, и что мы будем делать? Давай взбирайся, вскарабкивайся. Молодец. Так, держать. Нифига себе, вот это тут у нас преграда. Что ж, пойдем посмотрим, справишься ли ты. Если что, я тебе помогу. Оп. Молодец. А сюда запрыгнешь? Тут довольно высоко. Ого! Да ты паркурщица у нас. Нацелиться на бревно. Походу, дальше мой выход. Здесь должен помочь я тебе уже, да? Опа! Замечательно! Здорово, да? Круто, когда у тебя есть друг-бог. Всемогущий. Ладно, пошагали дальше. Переходим через деревяшку. Смотри-ка, там, кажется, телефон валяется. Не твой ли это телефон? Давай возьмем его. Как его взять? А, это Тетрис, что ли? Очуметь. Ура, клад! Как здорово. Его можно рассмотреть позже в своей коллекции. Ну хорошо, мы этим займемся чуть позже с тобой. А сейчас, давай, иди сюда. О, нет, стоп, 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 стоп. Чуть девочку не скинул. Это было очень, очень близко. Аккуратненько переходим сюда. А, и нам, походу, теперь наверх. Давай наверх. Ага, молодец. А как мы... А, наверное, надо бревно поднять. Сейчас я подниму бревно. Ты запрыгивай сюда. Давай. Молодец. Не смотри на меня, ты смотри себе под ноги. Ага. Хорошая девчонка. Послушная. Аккуратненько перебегаем и бежим туда. Я чувствую, что скоро мы найдем твоего пёселя. О, час от часу не легче. Сколько головоломок. Ладно, пошли решать. Главное, не грохнуть девчулю, а то будет совсем обидно. И пёсель не нашли, и девчонку угробили. И, по всей видимости, здесь нужно также опустить бревно, сломать его точнее. Ага, давай залази. А теперь сюда. Молодец. О, сейчас будет весело. Нам нужно ножками будет крутить бревно, чтобы оно поплыло. Поплыло куда? А может и не ножками, просто по нему пробежать нужно будет. Сможешь? Мы туда... О, тихо, спокуха. Блин, что делать? Видимо, нужно опустить вот это бревно. Давай, падай. А, не так-то все просто. Я его тянуть на себя не могу. Я его могу только так вот. В разные стороны. Вот же ж, блин. А если вот это попробуем? А оно туда тянется. Как насчет, если мы этот бревно подтянем? Вот. Вот и все. Все казалось довольно просто. Ты запрыгиваешь сюда. Я это бревно...
Нет, не так. Хм, блин. Мне нужно как-то убрать это бревно в ту сторону, чтобы я смог запрыгнуть. Точнее, девочка могла запрыгнуть. Черт подери. Чего-то у меня мозг закис. Вот тут вот явно мы бы могли запрыгнуть. Но что-то у нас, походу, это не получится. А, чё я туплю? Она же такое расстояние уже преодолевала. Давай, иди сюда. Ты сможешь здесь запрыгнуть. Чё я переживаю за тебя? Ты же у нас супер-хиро. С богом-другом. Ну, здесь ты тоже должна запрыгнуть. А, она на бревно не может запрыгнуть. Маленькая... Приверяшка. Так, здесь я тебя подниму как бы на лифте. Оп, держись крепко. Падать нельзя. Падает бревно. Как у тебя все складно получается, а? Точнее, у нас вместе. Тихо, тихо, тихо. Ой, спокуха, спокуха, спокуха. Фух, чуть не накосячил. Чуть отвлекся и все. Ребенок сразу попал в беду. Пошли. Молодец. Спрыгивай, спрыгивай. Сейчас я подкачу бревно. Вот так вот. Прыгай на него. Молодец. Голубей пошугаем. Давай, 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 покричи на них. Что-то не хочет кричать. Видимо, она до сих пор еще в раздумьях о пёселе. Так, где это мы? Это мы, получается, в домике на дереве? Обалдеть. Выход... А вход где? Вот, кстати, тетрис, который мы нашли. Выбрать. Ready? Я могу поиграть в это? Как я могу поиграть в это? Видимо, нужно выбрать. Так. Оу! Фига себе. Прикол. Я играю в игре в игру. А! Гейм овер. Бежим, 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 бежим. Быстрее, 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 быстрее. Блин! Сложная игруха, слушай. Это тебе не Flip Birds. Замечательно. Опачки! Пошла жара! Кажется, я вошел в раш. Или просто левел легкий. Изи-бризи! Блин! Все-таки сел. Ну ладно, все. Завязываем, короче, с тетрисом. Шагаем дальше. Воронье гнездо. Я пёселя вижу, смотри. Он вон там спит. Мы добрались до пёселя. Наконец-то! Девчули, пошли. Я тебе покажу твоего другана, где он спит. Твой пёсель. Мопсель-пёпсель. Так. Пока он там дрыхнет. Там, кстати, наверху клетка, смотри, какая. Я ее скинуть не могу. То есть, видимо, эта клетка предназначена не для собаки. Хорошо. Потихонечку. Поехали. Ага. Здесь у нас есть какие-то бочечки. Вон. Видимо, нам их как-то надо собрать. Через верх, по всей видимости. Так, хоп. Ладно, сейчас порешаем. Сейчас все порешаем. Тут как-то можно опустить вот это бревно? Нет? Никак. По всей видимости, мы можем как-то здесь что-то сделать. Что мы можем здесь сделать? А, вот-вот-вот-вот. Давай, двигай. Ага. Пошли. Пошли, 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 пошли. Вставай сюда, на эту кнопку. Ну, тихо, ты его разбудил, он сейчас убежит же. Ой, какой пёсель стрёмный. Долбаные вороны спугнули его. Черт подери. Ну а чё ты кричала, чё ты хотела? Не надо было кричать. Мы бы к нему подкрались, пока он спал, и забрали бы его. Ай. Что происходит? Ага, мы опустили вон там вон платформу. Все, пошли туда. Ох уж эта девчуля. Опускаем здесь бревно. Это у нас типа местный лифт. Опачки. О, рычажок. Давай-ка его дернем. Дергай рычаг. Молодец. Силы у тебя, конечно, не отберешь. Я вижу, что ты мне пальцем показываешь. Давай пошли туда. Ага. Идем, 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 идем. Главное... Ой, какие лесенки крутые. Спрыгивай. Ништяк. Вот, в принципе, мы и добрались до вот этих штук. Что это такое, я не знаю. Опускаем. Пошли. Что это такое? Сейчас нам расскажут, что это такое. Рогатка! О-о-о!
И, видимо, нам нужно попасть вон туда. Все понятно. Нажмите и удерживайте, чтобы нацелиться. Так. Я, в принципе... Я управляю сейчас девочкой. Хорошо. А как нам? Черт, промахнулся чуть-чуть. Есть попадание! Зацепили ворон. Теперь они не будут нам мешаться. Выходим из стрельбища. И побежали наверх. Как бы нам проще добраться? Наверное, вот так вот. Поднимаемся наверх! Крепко держись, девчуля. Нам происшествий не нужно. Зашибись. А! Выдвигаем вот эту штуку, и все. Путь открыт. И что ты будешь с ними делать, с этими воронами? Ты пролезешь через решетку, интересно? А, она вот как обойдет их. Какие стрёмные вороны! С красными глазами. Хитрые. И с красными глазами. Ладно, пойдем. Ништяк. Еще одно препятствие мы преодолели. Пока мы находимся в этой комнате, давай ее осмотрим. В прошлый раз мы что-то на это не обратили внимания. Сколько тут интересных всяких карточек. Там вот у нас лис сидит. Пёсель наш. Он даже в ракете летал как-то. На лыжах катался. Офигеть. Тут у нас сундучок есть. Игрушечки маленькие с пистолетиками, всякими штуками. О, снеговик, который замерз в своей капсуле. Точнее, не в капсуле, а в шарике своем снежном. Ну что, вроде бы я здесь все осмотрел. Думаю, что можем двигаться дальше. Следующее приключение. Крепость! Ой-ой-ёшеньки. А где пёсель? Я не вижу пёселя. Вон там вот. Нет, это цветочки. Пёселя здесь нет. Видать, он далеко от нас убежал. Что ж, придется его нагонять. Пошли. Пошли вперед. Сколько здесь всего интересного. А, нам нужно как-то опустить это бревно. Но как это сделать? Как это сделать? Не за что его зацепить даже. Блин. А, вон то. Ага, подтягиваем сюда. И там есть рычаг. По всей видимости, он нам сейчас поможет. Давай. Подымай его. И раз, два, взяли. Зашибись. То, что нужно. Все идет по плану. Иди сюда, моя маленькая девочка. Пошли. Куда мы идем? А идем мы к следующему рычагу. Держись крепко. Здорово. Что сделает этот рычаг? Этот рычаг, этот рычаг. А, вон платформа поднялась. Ну, идем тогда к ней. Как у нас все ладненько-складненько получается. Залазим на эту платформу. А дальше нам сейчас тут вертеть-крутить нужно будет, по всей видимости, да? Ну да. Пойдем нажмем на ту кнопочку. Пошли, 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 пошли. Нажимаем кнопочку. Опустилась платформа вот эта. Ясь непонятни. Пошли. Сейчас мы, наверное, запрыгнем вначале сюда. Если сможем. Ты сможешь? Если мы тебя опустим, то ты сможешь. Давай, опускайся. А-а-а. Понятно. Это не опускается платформа. Она двигается. Тогда нам нужно идти сюда. Эту платформу мы можем... Ай, обратно пошли. Тупанул немножечко. Заставляю девчонку бегать туда-сюда. Ну и друг я у нее. Здесь у нас закрепилась платформа, то есть она теперь не двигается. Эту платформу мы можем подтянуть вот так. А еще мы можем... Но мы на нее, наверное, не залезем. Еще мы можем пойти вот сюда, в эту сторону. Если вот так сделаем, она может сюда пройти. И залезть. Сколько голубей! Сейчас всех шуганем. Бр-бр-бр-бр-бр. И тут еще белый голубь. Все. Двигаемся, двигаемся, двигаемся. Только зачем? Зачем? Зачем мы сюда подвинули? Непонятно. Наверное, прыгать придется, слушай. Ты сможешь сюда перепрыгнуть? Нет, она не сможет сюда перепрыгнуть. А если мы... Вот! Вот что нужно было сделать. Так, пошли. И поехали сюда. Круто! Кажется, мы уже все решили. Пора отсюда убираться. Жалко собачонки, тут только не было. Так, так, так. Снова вороны.
Ах вы обтёрыши. Красноглазые. Может, пёсель где-то здесь? Пойдём посмотрим. Пёселя я здесь не вижу, но вижу там вон какие-то бочонки. Возможно, это снова рогатки. Ладно, сейчас разберемся. А ну пошли вон! А, нифига себе, я их боюсь. Точнее, девочка боится, я-то не боюсь. Ладно, значит, нам нужно как-то порешать вопрос по-другому. Точно, там, скорее всего, рогатка, и будем сейчас пулять в этих черных воронов. Что делаем? Как быть? Да сейчас, подожди, дай подумать. Не торопи меня. Нам нужно. Вот как. Как этот механизм странно работает. Ну ладно, опускаемся. Давай на кнопку нажмем вначале. Ага. Открыли решетку, одну всего решетку, но нам нужно открыть еще и вторую. Поворачиваем. Стоп. Вот так. Это, блин. Ну ладно. Спрыгнешь, тут не такое расстояние высокое. Теперь нам нужно перепрыгнуть сюда. Ты сможешь это сделать? Ага. Нет, она так и не сможет это сделать. Блин, и как нам быть? Как нам быть? Что нам делать? Как нам быть? Чё придумать? А если мы вон там потянем? Что это такое? Оно работает только для этой платформы. Ясно. Здесь у нас есть два рычага. Вот, наверное, вот так вот нам нужно повернуть. Вот, точно, да. Вот я тупица. Долго думающая. Разворачиваем обратненько. Девчуля, ты извини, я понимаю, что ты соображаешь лучше меня. Ну, просто я старик. Что поделать со мной? Есть, решетки еще одни откинулись. Теперь мы можем подойти и взять рогатку. Что мы сейчас и сделаем. Вот так. Пошли к рогатуле. Сейчас постреляем в этих черных злыдней. Красноглазых. Ну чё, вы готовы, вороны? Прям в пукан ему зарядим. Опа! Ты посмотри, какие вредные. А чё, если мы стрельнем в яблоню? Готово. Парочка улетела, но не все. Ништяк! А так-то будут знать, как связаться с нашей маленькой девочкой. Всё, мы возвращаемся обратно на платформу. Пошли. Хватит с рогатки стрелять. Уже настрелялись. Так, вот сюда. Давай, вперед. Она постоянно ждет моих указаний указательным пальцем. И сама не двигается. Запрыгивай. Что иногда очень напрягает. Она все-таки маленькая разумная девочка. Могла бы и сама что-нибудь поделать. Двигаемся. Блин, а сюда, наверное, запрыгнуть нужно. Как-то надо вон тот рычажок вот. Как? Этот рычаг. Туда она не допрыгнет. Ладно, сейчас попробуем порешать этот вопрос. Запрыгивай на платформу, на бревно. И... А, когда она на бревне, мы не можем им управлять. Хорошо. Опа! Что ты можешь здесь сделать? А... Я понять не могу, что она хочет. Она хочет туда что-то воткнуть, видимо, или поставить в паз. Нам нужно как-то оттуда спрыгнуть. Так, девочка, давай слази. Старость, не радость. Тяжело. Силой мысли поворачивать бревна. Что произошло? Для чего это нам? А, мы разблокировали вот это бревно. Возвращаемся обратно. Пошли. Главное, не навернись там. И не споткнись об досочки. Столько досок. Теперь мы можем спокойненько добраться до рычага. То, что нужно. Давай, дергай его. И... Ей! Ништяк. Возвращаемся оттуда. Я вижу тебя, вижу. Привет. Странно, конечно. То, что она со мной сейчас поздоровалась. Значит, нам нужно обратно развернуть бревно. Вот так.
Запрыгивай. Стой. Вот так. И... Теперь ты можешь что-нибудь тут сделать? А, это кассета. Это значит не паз какой-то был там, куда что-то нужно было положить, а простая кассета. Вот так, возвращаем в положение обратно бревно и спускаемся. Все, вроде бы мы здесь все собрали, ничего не упустили. Оу! Возле озера какое-то приключение нас ждет. Механическое дерево. Пойдем посмотрим. Ну, в принципе, тут такая несложная головоломочка. Ладно, пойдем. Порешаем сейчас все. Мы можем залезть вот сюда. Но зачем? Для чего? Для чего мы можем сюда залезть? Ладно, видимо, чуть позже мы это поймем. Сейчас мы опустим лесенку тебе. Ты поднимешься по ней. Полезли. О, да. Раньше ты по лесенкам не лазила. О, спокуха, спокуха. Я все контролю. Ну, как контролю. Одним глазом смотрю куда-нибудь небо, другим на тебя. Вот это бревно опускаем. Нельзя же всецело полагаться на своего божественного друга, правильно? Она должна и сама понимать, где бродит. Вот и ворота какие-то. Сейчас мы их опустим. Так. А, опусти... Ну да, опустили там и тут. Здорово. А что дальше делать? О, деревья. Видимо, здесь спускаемся. А дальше никак. Нам нужно с тобой поднять как-то платформу. Наверное, вот... Вот это бревно нам поможет. Точно. Вот так вот. Жалко, пёселя нету. Куда он так убежал-то от нас? Видимо, нам здесь нужно повернуть. И получится, да. Вот она, кнопка открылась. И мы теперь спокойно можем пройти дальше. Здорово. Пошли. Ну ладно, ладно, не кряхти ты уж так. Ты ж молоденький совсем. Не старушка же. О, а вот и механизм, который отвечает за механическое дерево. Фига себе, смотри, сколько там конструкций. Все различных. Обалдеть. Пойдем. Посмотрим, что тут от нас требуется. Залазим, значит, вначале сюда. Вижу сразу же кнопочку. Я думаю, что нам нужно подойти... А, спокойно. Точнее, не подойти, а добраться до этой кнопочки. Тут такое расстояние не очень классное. Что мы можем тут сделать? Вот это за что отвечает? А это нам пока не нужно. А, вот. Механизм колеса мы можем вращать. О, как! Стоп. Сходим здесь. Давай выходим. Это наша остановочка. Ага. Здесь мы можем что-то... Нет. Тут все зафиксировано. Здесь мы не можем ничем управлять. Сюда мы не допрыгнем, скорее всего. Потому что девочка у нас боится перепрыгивать. Так... Давай покрутим еще раз колесо. Посмотрим, как все. Ага. Я думаю, что нам нужно вернуться обратно на деревяшечку вот эту. Крутим, крутим, вертим. А, вон оно что. Вон оно что. Все, я въехал. Оказывается, пока мы крутим эту шестерню, вот эта платформа, она ходит туда-сюда. Смотри. Опачки. Значит, сюда забегаем. Нажимаем на кнопочку и бежим к рычажку. Давай, Халк мой маленький. Дергай. Просто пнуло его. И мы разблокировали вот это бревно. Защипись. Стой, стой, стой. Поднимаемся наверх. Ну, здесь нам нужно снова покрутить механическое колесо. Ага. Запирайся. Держись крепко. Воу-воу, вот и я тебе о том же. Слазим здесь. Здесь все пока просто. А, блин.
Залази на эту досочку. Я думал, она цельная, а нифига. Что ж, нам нужно теперь как-то... Ну, тут опять механическое колесо нужно. Чтобы добраться до этой кнопочки. Да вижу, вижу я тебя. Привет. Привет. Оп. В обратную сторону. Ну-ну-ну-ну. Вот. Побежали. Побежали. Есть. Разблокировали первые ворота. Теперь бежим сюда. И снова поворачиваем механическое колесо. Все, ворота мы открыли. Здорово. Но еще нам нужно будет забраться вот сюда, вот так наверх, и пострелять с нашей рогатки во что-то. Видимо, вот в эти кнопочки. Ладно, сейчас решим этот вопрос. Нам нужно вернуться обратно. Бежим. Вот так вот. Дергай. Только не пеняй. Дергай. Вот маленькая засранка. Все-таки механизмы-то хрупкие. Вдруг что отломится, что ты потом будешь делать. Возвращаемся обратно к нашей рогатке. Молодец. Ой-ой-ой. Что-то я переусердствовал немножечко. Спокойно. Спокойно. Контролируй свои ноги. Я за твои ноги не отвечаю. Я тебе указываю, куда идти только. Так, значит. Надо попасть во все вот эти красные штуки. Есть попадание. Второе. Третье. Ну, по всей видимости, ногами я тоже управляю. Если я управляю рогаткой, я могу даже самого себя стрельнуть, смотри. Да. Ладно. Что-то мы отбились от графика. Один замок отстегнули. Второй тоже. И... Ой! Попал в девочку. Ништяк! Все, перебегаем быстренько по этому мостику. Давай, 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 давай. Какой длинный мост. Крутяк! Почти прошли лес. Горы. Следующая локация — это горы. Обалдеть. Ну что ж, пойдем. Вон он, тот маленький проказник. Сейчас-то я тебя поймаю. Пошли, девчуля. Сейчас, сейчас, сейчас. Главное, не спугни его в этот раз. По крайней мере, он не спит. Он бодрствует. Что нам на руку. И он нас видит. А куда он побежал? А, видимо... Видимо, теперь я играю как бы за двоих, да? Помогая и девчонке, и собачке. Ладно. Забегай, пёсель. О, какой молодец, слушай. Поумнее девочки-то будет. Прикольно. Молодчина, а? Какой классный мальчик. Или это девочка? Как ты думаешь, это мальчик или девочка? Собачка, я про собачку имею в виду. Пойдем. Пёсель нам помог очень здорово. А я на него наговаривал. Что такое? Чё ты там крутишься, вертишься? Тихо, 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 спокойненько. Не отвлекай меня, пожалуйста. Не отвлекай. Дергаем рычаг. И что произойдет? А, вот так вот. Побежали! Вперед! Блин, я не вижу, куда он там побежал. Куда он убежал? А, вон он. Все, бежим дальше. Глаз да глаз за этими двумя нужен. Если девчонка еще более-менее соображает, то песель может убежать в любой момент. О-о-о. А, кнопку не нажали. Как нам до кнопки добраться? Видимо, спуститься нужно. Подожди. Давай, падай. Здорово. Поднимаемся обратно. Пёсель, как там у тебя дела? Эй, пёсель. Блин, жалко его почесать нельзя. Двигаемся сюда. А дальше как? А дальше как? А дальше как? Видимо, бревно нам поможет. Ага. Нам пёсель поможет. Опускаем его вниз. Даже не вниз, а просто перемещаем его. Прикольно. Он нажал кнопку и разблокировал наше бревно. Теперь мы можем поднять девчонку.
Давай, вот туда беги. Молодчина. Ну да, а вон пещера, кстати, в котором, по всей видимости, мы бежим. Пёсель уже не ждет нас. Уже вовсю мычит. Интересно, мы все-таки... Смотри, что он делает. Господи. Он так похож на кролика. Обалдеть. Какой милый он. Да, подожди, ты, я пёселем там твоим любовался. Значит так, что мы делаем? Нам нужно, чтобы... Что? А, вот, бревно. Поднимаем его. Давай, побежали. Пёсель прыгнул. Сейчас нажмет кнопку нам. Здорово. Теперь нам нужно действовать дальше самим. Механизм крутить. В обратную сторону. Давай. Опа! Забегаем сюда. И в обратную сторону. Что там у нас пёсель делает? Он сидит, молодчина. Ждет нас тут. Ой, красиво. Вот я его и почесал, наконец-то. Молодец. Ой, ты посмотри на него, какой красавец. Я себе так с девчонкой сделаю. Девчонка, можно тебя погладить? Здорово. Все, едем дальше. Спускаемся на платформу. Пёсель, что ты там делаешь? Ты же можешь здесь прыгнуть? Ой-ой-ой. Тихо. Ну ты же можешь сюда. По-любому можешь. Вот. Чё ломалось-то? Нажали кнопку, пёсель бежит сюда. Какой у него хвостик, завиток такой, как у Хрюнделя. Поднимаемся наверх. И бежим туда. О, машинка какая-то. Давай поднимем. Нашли игрушку, здорово. Стой, надо вернуться обратно на бревно это. Прокрутить его. О, что-то как-то тяжело это было. Но мы справились. А дальше чего? Дальше, может, пёсель как-то действует? Да, дальше пёсель. Молодчина! Ага, он сейчас нажмет кнопку. Бревно опустится. Подожди нас, не убегай только. Хорошо. Разблокировали еще одно бревно. Поднимаемся наверх. Что-то не могу я тебя поднять, слушай. Еще нужно разблокировать. Тут блок стоит. Хотя нет. Все, поднимается. Че, все? Наконец! Ну что ты будешь делать, долбаная погода? Было ясно, и в мгновение ока пошел дождь. Ну ладно, девчонки, что, пошли. Мы так близко были, ну... Эх. Что, теперь наше приключение переносится в какую-то пещеру. Что там? Рудник. Ну да, мы в пещере. Что ж, к сожалению, пёселя мы не поймали. Но на сегодня одной локации лесной нам хватило. Вполне. Если тебе понравилась эта игруха и ты хочешь увидеть продолжение, как мы ищем нашего пёселя, то с тебя лайк, подписочка и твой крутой комментарий. А на этом все. Пока. Увидимся в следующем видео.